Сатна, друзья, что хочу сказать. У нас появилась студия White Yoga. Это пространство с невероятным, удивительно тонким звуком и атмосферой для того, чтобы практиковать в центре города Москвы, прямо в самом центре, на Патриарших прудах. И там я регулярно, почти ежедневно провожу классы. Для чего я их провожу? Для того, чтобы вы могли выходить в открытый космос. Я не шучу. Почему-то все считают, что космос только внешний бывает. Нет, он бывает еще и внутренний. И на самом деле это необходимость, потому что только так мы снова оживаем, снова чувствуем, зачем мы здесь. У нас снова появляется вдохновение и силы. И это практическая история, а не какая-то эзотерическая, мистическая тема, которая как бы там почему-то. Нет, это сделано для того, чтобы вы могли жить полноценно, радоваться, наслаждаться и действовать, исходя из всей своей внутренней силы, из всего себя. Я вас жду. Утром, вот, кстати, завтра утром, 19 апреля, вторник, нет, среда, завтра утро, 19 апреля, среда, будет у нас особый гость. Особый гость на утреннем занятии, это в 9 утра у меня сейчас проходит, с 9 до 8.30, с гитарой придет для того, чтобы мы вместе с вами могли попеть мантры. Сегодня вечером, 18 апреля, вторник. Вот, сегодня вечером тоже регулярный класс, приходите, живая, удивительная музыка хай-энд уровня, прекрасный класс кундалини-йоги, неважно, вы только первый раз занимаетесь, у вас огромный опыт в практике, 20 лет, все равно приходите, попрактикуем, особенно буду рад видеть тех, кто ходил когда-то ко мне на классы, на Полянке, на армии. И еще по всему городу, в Коньково где-то, или там в Марьино, или в тюрьмах. Приходите, кто-то занимался со мной, приходите, пожалуйста, потому что эти классы для вас, для того, чтобы вы сами смогли получить этот тонкий, внутренний, космический опыт. Вот, еще что хочу сказать, раз уж такое дело, скоро мы едем в Гималайи. Вот, поездка уже состоится в начале июня, остался полтора месяца. Вот, группа у нас собралась, мы точно уже едем, но есть еще несколько свободных мест. И это лучшее, что я когда-либо делал, потому что неделю мы живем в Ришикеше, в столице йоги, в ашраме, в йога-ашраме, с удивительно красивым видом на берег реки, на всю Гангу. И мы интенсивно занимаемся там, а потом мы идем к вершинам, к шеститысячникам, в самые священные места, где йоги практиковали, и там будем медитировать. Что может быть? Ну, то есть, это полная аутентика, это как все было, как все зарождалось для того, чтобы вы могли получить вот этот удивительный, настоящий, серьезный опыт. И если вы когда-либо думали об этом, о Гималаях, о Индии, о йоге, я вам очень рекомендую. Посмотрите, по крайней мере, ознакомьтесь с программой с нашей. Вот. И есть еще пару очень интересных анонсов, которые уже появились у нас на сайте сегодня. Это Ульяновск. В Ульяновске, под Ульяновском, на Волге, архипелаг Банные острова, в конце июня будет очень интересная практика. Кундалини-йога плюс индейский ритуал Sweat Lodge или Тини-Пи – это баня. Баня – это особый ритуал, особый процесс, особая техника очищения перезагрузки, когда мы заново рождаемся. Вот, там тоже пока все еще есть возможность присоединиться. Вот, и также… Насколько я помню, вот я собирался в Казань, я просто вам говорю заранее. Вот, Казань будет в какой-то момент, и можно будет присоединиться из разных городов, потому что у нас будет организован таким образом, что будет и интенсивные классы, один класс интенсивный в Казани,
я буду проводить. И также можно будет познакомиться с городом. Кто хотел поехать в Казань и хочет совместить приятное с полезным, вот такая есть возможность. Плюс и завершение, что хочу сказать, в завершении про еще одну очень важную вещь. Это, что это такое? Я уже сам забыл. Это то, что теперь по пятницам вечером, в 7 вечера по пятницам по Москве, я делаю такую онлайн-встречу, где, ну, транслирую онлайн-эфир. Вот, наверное, вот я думаю, что вот мы из этого места будем. Это моя гостиная. Вот отсюда удобнее всего делать такую трансляцию. И вот здесь, вот, может быть, кстати, кто-то нам присоединится. У нас здесь, видите, есть места свободные. И мы поговорим о кундалини-йоге. Вот, о технике кундалини-йоги. Вы можете задавать любые вопросы. Или даже, если вы хотите высказаться, я, в принципе, в теории могу вас вывести даже и в эфир прямой. У нас несколько площадок, где я транслирую это и в Инстаграм, и на YouTube-канале. Если не подписались, можете подписаться, вам будут уведомления приходить. Ну и ВКонтакте тоже. Все транслируется в разных соцсетях, чтобы было удобно. И я тут все мониторю, смотрю вопросы, отвечаю. И мы какой-нибудь берем одну тему и, собственно говоря, ее как-то попытаемся раскрыть. Вот. А в субботу последнее. Уже было, но еще раз. В субботу интенсив у нас. Садхана в нашей новой студии на Патриках. Можете приезжать. Хороший момент, она бесплатна. 4:30 утра начинается, в 7 заканчивается. Присоединяйтесь. Кто хочет позаниматься так по-серьезному, глобально подойти, приезжайте на садхану. А потом в 12 до 3, как обычно, интенсив кундалини-йоги. Погружение в практику. С музыкой, со звуком, как мы любим, выйти за грани, чтобы по-настоящему выйти за грани. Если вам не хватает регулярных классов, и даже или если вам хватает, но вы хотите еще глубже, еще дальше, это вот такой вот шанс. В общем, все озвучил, потому что, мне кажется, вы просто не в курсе. Вы не знаете о том, что такая возможность есть. И я хотел вам об этом напомнить и рассказать. Сатнам. Меня зовут Алексей Меркулов, если вдруг не в курсе. До встречи. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу.